Будем жить, мужики, будем жить, даже если и 30-летними будут заживо нас хоронить, прикрываясь красивыми бреднями. Это гимн череповецких чернобыльцев. В 2003-м ликвидаторов было 450 человек. Спустя 10 лет число героев сократилось до 150. Раньше, признается, забота была другой. Каждый год чернобыльцы отдыхали в санаториях, им дарили автомобили, выделяли жилье. 20 лет назад государство предоставило чернобыльцам самые разные права и льготы. А потом всех этих льгот ликвидаторы аварии постепенно лишились. И тем не менее, сила духа этих людей вновь и вновь поражает. Николай и Станислав работали в Чернобыле в разные годы. Работали по 12 часов. Ну а что невидимая смерть, как говорили нам, каждый день мы это видели. Первое время было, да, внимание к нам, а сейчас вообще... Живешь, как бы, пока Это была самая крупная авария за всю историю развития атомной энергетики. По официальным данным, сразу после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, которые участвовали в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Главный архитектор Череповца Александр Овсяков – ветеран-ликвидатор. В 1986-м он участвовал в дезактивации кровли третьего энергоблока и саркофага северной промплощадки, работал в знаменитом Рыжем лесу. А Рыжий лес, он вообще очень странный. Там ребята попадали, приезжают, начинают говорить на полусловие, забывают что-то, письма пишут и так далее. Нервная система не выдерживала, и просто торможение включалось. А мистичность заключалась в чем? Ветер подует, там, допустим, распаляется бета-облучение, доза выше становится. Потом на этом же месте приходит, а там все чисто и хорошо. Люди преодолевали себя, свой страх. Они не знали, что их ждет завтра, как отразится облучение на здоровье. Это навсегда останется еще одним проявлением мужества, смелости и отваги. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Когда нет птиц, нет животных, нет насекомых, нет ничего, и запах йода. Постоянно запах йода. И все молча ходят, потому что разговаривать нельзя, все ходят в лепестках, значит, закрыты, и невозможно вслух разговаривать. И такое молчаливое, теневое, знаете, такая пантомима, такая движение, все это мрачно, нагнетенная ситуация, как помню, сейчас солнца не было. В общем, достаточно жуткое зрелище. Вымершие города навсегда. Современные школьники в 86-м еще даже не родились. Есть и такие, кто о Чернобыле знает лишь по компьютерным играм, вроде «Сталкера». Сегодня на митинг пришли другие. Много людей погибло в то время. И, ну, как бы это очень важная дата. 12-тонный камень, который установили 7 лет назад, сегодня был усыпан цветами. Знак памяти – подарок города к 20-летней годовщине аварии на ЧАЭС. Рядом чернобыльцы просят обустроить сквер. Цена вопроса – 4,5 миллиона рублей.